Вы работаете? Нет. Вы забрали что-то? Нет, получить. Нет. А? Получить нет. А, вам такое указание дали, да? Что? Ну, что не получить нельзя. Или с чем это связано? Вы оглохли? Ну что, побежал десант докладывать, да? Коррумпированная мафия. Ну что, все, в принципе, всплывает, на кого вы работаете. На Ерофеева, Киселева, на Титова, да? Кто там еще? Все судьи промышленного, Ленинского района. Смоленского, который вас крышует потом, да? Ну, очень хорошо. Мафиозная структура. Ты как кто меня обслужит, уважаемая девушка? Или вы действительно оглохли? Вас оплачивают что-то, да? Нет, не забрали. Что вы забрали? Письма. А в чем проблема, девушка? По номеру телефона там меня регистрировали. Хорошо. Здесь мафия работает. Крышуемая судья по наркоторговле. А вы доверенности нет? Ну, у меня заполняли доверенность там. Надо? Обязательно, да. То есть, когда по номеру телефона каждый раз мы вбиваем по номер доверенности, это только самое. А ручка есть у вас? Да. А, она нам не нужна. Она просто показывает, мы его объем сейчас и все. Я заполнять не буду. Так, ты хочешь что? Ну, бессрочно. Я думаю, 517-49. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Бейджик переверните. Так расскажите мне, на какую мафию вы работаете, на каких судей вы работаете, а? Коррумпированная. Бойкова, Олеся, а? Я сейчас вызову парня. Вызывайте у кого хотите.
Вызывайте кого хотите. Нечего меня провоцировать. Я вас не провоцировал. Я сегодня был в суде и обнаружил, что куча писем не были выданы. Я вас не оскорбляю. Вы фальсифицируете. Вы фальсифицируете сведения. Совершаете ежедневно уголовное преступление. Мы с вами будем еще встречаться в суде. И в том числе в правоохранительных органах. Придумываете? Это вы придумываете. Это вы придумываете. Им наркомафию также самокрышуете. Что мы делаем еще? Наркомафию. Так же сама. Которая через вас, вполне возможно, отсылает. Да. Не печально. Достаточно одной посылочки, которая приходила в 17-м году от судов. А после этого работника суда... Вы не придумываете. Все фантазии можете рассказать. Вон в полицию, пожалуйста, сходите. Это не мои фантазии. Это уголовные дела. Реальные уголовные дела, о которых вас крышуют судьи. Вас крышуют судьи Селенинского районного суда и промышленного суда. Которые по заказу, вы выполняете их, не заказы. И сказать нечего. А что мы с вами разговариваем? Сколько писем вы лично, письма, сколько выдали чужих? И моих сколько не выдали? Вы вообще... Это все письма?
Давайте письма. Да? Письма давайте. Все? Да. Это еще раз спрашиваю, все письма? Все письма. А с промышленного Ленинского где? Приходу предоставить. Что вам предоставить? Приходу. Все, что есть, он выдал. Что на базе есть, он выдал. Это вам кто? Судьи Ленинского района сказали или промышленного сказали? Не выдавать вам? Не надо меня провоцировать. Я вас не провоцирую. Вы больная на голову, если на то пошло. Больная на голову в прямом смысле этого слова. Мне это достало. А мне еще больше это достало. Что вы здесь делаете махинациями, вступив в сговор с судьями? Вы знаете чем? Вызывайте кого хотите. Ваша за полиция до сих пор едет. Сколько вы вызывали уже? До сих пор едет, да? Не надо меня провоцировать. Вот и все. Больная на голову.